В этом году компания наконец переводит все свои модели на OLED-панели. В общей сложности мы получим 4 основные модели смартфонов, не считая их аналоги 5G. У них будут 5,4 и 6,1 дюймовые дисплеи на моделях не Pro и 6,1 и 6,7 дюймов на моделях Pro. В сообщениях корейских СМИ указано, что Apple будет покупать панели OLED у Samsung и LG. Говорят, что Samsung будет основным поставщиком моделей Pro, а LG будет оснащать не Pro-версии. Мы также много слышали о том, что ProMotion появится на iPhone, частота обновления 120 Гц для суперплавной анимации, как и на iPad Pro и конкурирующих телефонах Android. Однако ходят слухи о внутренних проблемах, связанных с тем, чтобы экран с частотой 120 Гц работал как надо. Мы не знаем, к чему именно стремится Apple, но по более поздним слухам на iPhone 12 не будет экрана с частотой 120 Гц. По мере того, как мы приближаемся к дате презентации, все надежды рушатся с каждым последующим слухом. Кажется, что даже у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будет экрана с частотой 120 Гц.